сквере поселка Октябрьский Черноморского поселения появилась аллея Русского географического общества. Организаторами акции выступило Краснодарское отделение РГО и Эфипский нефтеперерабатывающий завод при поддержке Совета депутатов администрации Северского района. Все, что вокруг нас находится, это все мы должны беречь, сохранять и приумножать. Ну а высадка деревьев – это очень замечательное мероприятие, замечательная акция, приобщающая, объединяющая нас всех вокруг природы. В высадке лиственных приняли участие ребята из школы номер 19, юнармейцы и волонтеры. Такими мероприятиями формируется экологическая культура населения. И очень важно, что вы в столь юном возрасте принимаете в этом участие. Мы надеемся, что это отложится в вашей жизни, и вы будете и в вашей душе, и вы будете всю свою жизнь очень бережно относиться к нашему с вами дому. Аллею высадили в честь столетия со дня образования Северского района.